Поехали. Привет. Сегодня хочу приготовить пасту. Не люблю долго заморачиваться, поэтому покажу вам, как я это делаю. Беру мясо. В данном случае у меня фарш. И на говяжье. Делаю я ее сама. Сюда же буду добавлять перчик, тоже у меня замороженная морковка, зеленый лук, чеснок, чеснок тоже у меня замороженный. Ну и тоже покажу, как я буду добавлять макарошки. Ну все по ходу дела. Поехали. Теперь мы сюда добавим спустя минут 3. Сюда мы отправим лучок. У меня в данном случае зеленый. Когда фарш пропускаю, я туда добавляю и белый лук. Ну, пропускаю вместе, поэтому можно и пропустить. В данном случае мне нравится сочетание. Так. Сюда же добавляю чеснок. Получается один большой или два маленьких зубчика чеснока. Сюда, конечно, отправляю я 100 грамм моркови, 100 грамм перчика. Но у меня замороженный, так что я туда не добавляю ни масла, ни воды, ничего. Чуть-чуть укропчика тоже добавила. Из пряностей будем добавлять паприку. Хорошую ложечку. Можно даже две. У меня смесь перцев, так что тоже добавляю неполную ложку. 3 столовых ложек соевого соуса сюда же. Горчица, чайную ложку. Ну, горчицу тоже по вкусу. Мне нравится. Кому не нравится, может пропустить вот этот момент. Не добавлять. Я еще добавлю сюда засушенные перчики. Ну, тоже. Хотите, добавьте, можете и пропустить. Когда есть, добавляю, когда нет, не добавляю. Все. Еще добавим соль. Ну, соль тоже смотрите, попробуйте. Я не попробую, я просто знаю свою кастрюльку, поэтому я так добавляю. Когда минута 3 прошло, я сюда добавляю, в моем случае у меня собственное приготовление, соус. Тут помидоры и перец есть, нет, не помню я уже. Добавляю банку. Банку у меня, ну все, опишу потом. 750, если не ошибаюсь. Посмотрим. И еще минуточку 5 оставляем. Так, теперь берем, убираем. У меня тут макароны. 450 грамм. Берите те макароны, которые у вас под рукой. У меня сегодня оказались вот такие. Беру просто вот так. Я отдельно не откладываю. Беру соль. Ну, пол чайной ложки. Не пересолите.
И воду. Воду у меня не кипяченая, можно кипяченую, но я беру обычную воду. Ну, фильтрованную, но обычную. И заливаю это все тремя чашками, да, получается? Да, три чашки. Тремя чашками воды. Но не помешиваю. Оставляю вот так. До закипания. Закрываю крышкой. Убавляю огонь. После закипания. До закипания тоже не убавляю. Ждем. Сверху вниз, снизу вверх. Вот. Еще. Вот я обед готов. Так, берем ложку, тарелку. Смотри. Все готово. Макароны. Ага. Супер. Хотя да. Макароны я не люблю. Дай мне попробовать. Я не могу смотреть на твою счастливую физиономию. Мне нравится. Мне мясо нравится. Ну. Все легко и просто. Все закинул. Подождал пару минут. Ну, минут 40. Хотя и это и того меньше. Зато полноценный обед. Никто не откажется. Попросят только добавки. Всем хорошего дня.